В этом видео я должен буду зайти в дом, сразу же найти проклятый предмет и использовать его. И после одной проклятой охоты выйти из дома и определить тип призрака. Кстати, интересный факт. Мне попался Майкл Лавендер. Просто, по-моему, это имя одного из разработчиков фосмофобии. И, по-моему, оно достаточно редкое в игре. В общем, погнали. Грубо говоря, как я и сказал, просто фосмофобия, но у меня только одна охота. Поехали. Значит, я захожу. Давай сразу проверим музыкальную шкатулку. Это не она. Меня это очень сильно радует. Хотя, с другой стороны, могут быть карты Таро. Нет, это зеркало. Окейушки. Я взгляну в это зеркало. Ага. Призрак у нас в подвале. Ну-ка дай. Я хочу взять вот это вот все. Так, выключатель света, пожалуйста, будь здесь. Выключателя света здесь нету, поэтому, ладно, фиг бы с ним, я не буду тратить свое время попусту. Погнали. Ломаю моментально зеркало, значит, и все. И просто убегаю от этого призрака. Так. Нормальная скорость. Обычная скорость. Вроде бы не полтергейст, не мюллинг. Иди сюда. Так, подожди, тест на Якай. Подожди, Якай? Иди сюда, я здесь. Я тут, алло, я тут. Не, не Якай. Хорошо. Так, значит, я выбегаю из дома моментально. Окей, мы сейчас, по сути, что знаем? Очень мало мы знаем. Подожди. Я не знаю, я не могу. Я мог бы спокойно по охоте вычислить Фантома, Джина, Они, Абаке и все. Но по факту, все, что я вычислил, это ни Райдзю, ни Морой, ни Диоген, ни Тае, ни Близнецы, ни Мюлинг, ни Якай. Так, дай-ка взгляну на мой рассуд. Улики не отключены. То есть, по сути, я две улики могу получить. Это, ну, поскольку я всегда буду брать фонарик и благовоние. Это минусовая, если я случайно зайду в комнату призрака, пока буду убегать. Ну, или не случайно, я могу, в принципе, специально это сделать. И, то есть, это правильно. Правилами я себе не запрещал, но просто что это будет опасно. Ну, как вы видите, в данном случае, например, это был подвал. И увидеть минусовую, либо здесь МП5 увидеть. Но, хорошо, МП5 сейчас я не вижу, призрак при этом активничает. Допустим, мы вычеркнем МП5. Что это нам дало? Это не Ханту, не Ревенант. Угу. Не Полтергейст, вроде бы. Тут может быть абсолютно рандомный призрак. Давай выберу Юрея. Если это будет фантом какой-нибудь, будет очень обидно. МП5 я очень смело сейчас вычеркнул. Тут буквально одна вот эта вот горка активности. То есть это вполне себе может призрак быть с МП5. Я просто... Мне не на что больше полагаться. Вот. Это... Я потерял... Это был фантом, как я и говорил. Надо было всего лишь посмотреть на него. А я затупил, потому что давно я вот именно такой вот этот челлендж не делал. И... Ладно, хочу еще раз Tanglewood, только сыграть в этот раз реально нормально. Так, нужно всегда проверять реально все. Вот я постоянно, я то делаю тест на Якая, забываю проверить на Джина там, на Они обращать внимание. Хотя фантом был бы сейчас очевиден. Но правда в темноте это было бы очень сложно, я мог в принципе даже умереть, если что. Так, это музыкальная шкатулка? Нет, спасибо большое. Меня это очень радует. Это снова зеркало, LOL, что? О, приветики. Окей, он на кухне? Так. Блять, я бы... Где благовоние? Фух, боже мой, испугался уже. Я бы включил свет, если он в гараже. Если не в гараже, то опять-таки я не буду тратить время, потому что, блять, он опять не в гараже. Да ёперный ты театр. Ладно, погнали за зеркалом, значит. Ага, как будто я сейчас увижу это зеркало тут. Вот оно. Окей, все. Значит, ломаем его, соответственно. И пошел процесс. Давай. Главное, чтобы сейчас он моментально просто меня не дропнул здесь, не прибежал. Подожди. Не Райдзю. Не Мюлинг. Сюда иди, иди сюда. Не Якай. Так. Очень плохо видно. Не Фантом, не Они вроде бы. Да. Да, не точно. Вроде не Абака. Блять. Очень сильно ускоряется. Ебать. Отшипися. Отшипися. Нечистая сила. Фух.
Так, окей, я его заблагованял, я не мог, в принципе, прятаться, но как раз-таки я по таймингу рассчитал, что под конец охоты. Может быть, даже не пришлось бы благовоние использовать. Так, хорошо. Ну, насчет Они, я как обычно не уверен на 100%. Джин, мы не могли тест. Короче, ни ревенант, ни ханту. Вот теперь, смотри, короче, вот эти вот все вычеркиваются сразу, потому что это не они. Ну, вроде бы и не близнецы, вроде бы не Абак, и вроде бы не Они. Насчет Они я не могу быть уверен на 100%. Точно так же, как вот сейчас, я не забыл сделать вот на остальных вот это вот проверить, но забыл зато полтергейста послушать. Ну, короче, очень сложно все вот это вот держать в уме. Так, ну хорошо. Я зеркало посмотрел в самом начале, и оно обсадило явно мой рассудок достаточно-таки неплохо. Я не знаю, есть ли у него минусовая, но, допустим, если есть минус... я думаю, что просто если бы это был демон, он бы начал охоту сразу, как только я в зеркало посмотрел, потому что он может уже начать... Ну, я дольше, чем обычно, немного посмотрел. Вот. А сейчас зеркало сделали таким, что на 20% рассудок, по-моему, сразу же обсаживается, даже если ты на миллисекунду посмотришь. Точно так же, как, возможно, Мара, ну хорошо. Вот этих вот призраков, вот которые остались, вот, во время одной охоты вычислить, ну, типа, сложно достаточно такие. Ладно, выберу банш. Не знаю почему, просто. Просто так, по приколу. Потому что, ну, просто, рандом, чисто рандом. Но, по крайней мере, главное, чтобы это никто из вот этих был. Ну, Джин и Полтергейст, я не могу быть уверен. Вот, но если это кто-то из тех, кого я вычеркнул, то я глуп. А так, это была Мара. Окей, а Мару я вычеркивал, не помню. По-моему, я сказал, что я демона вычеркнул, а вот насчет Мары я был не уверен. Ну окей, так, хорошо. Я вот думаю, как бы мне так сделать. Может быть, мне стоит взять вместо... может, мне вместо фонарика взять видеокамеру, чтобы посмотреть, чтобы хотя бы орб найти. Хотя это будет честно или нечестно. Блин, ладно, давай я попробую орб, хотя бы, точнее, это, видеокамеру найти. Короче, ну как бы по факту. У меня одна охота, но давай... вот с таким условием, как я в прошлых видео делал, в общем-то. Я сначала включу выключатель света. Вот. У меня опять зеркало, ты чё? Подожди, не может же быть такого, что у меня... Я перепроверю. Так, в этот раз все равно... Я опять здесь выключатель света. Что за приколы? Не может быть такого, что постоянно зеркало. Что за бред? Я случайно, наверное, настройки эти сбил, сдурачил. Так, ну ладно. Ну, как бы арба я нигде не видел и не вижу. Давай вот еще раз посмотрю здесь, например. Нет, окей, все. Я не буду, типа, вот прям тут расследование устраивать. То есть, как бы, мне это нафиг не надо. Так, берем зеркало, погнали. Где он? Ага, он в подвале. Арба я не видел. Возможно, его и нету. Ну, призрачный огонь. Так, здесь я могу прятаться? Могу, зашибенно. Так, окей. Я бы хотел... Давай, ломайся быстрее, пожалуйста. Выкидывайся. Я хочу поставить сюда, чтобы, если это райдю, услышите, что он ускоряется. Просто если... Мюллинг? Ревенант. Иди сюда. Я хочу с тобой побегать. Я давно. То есть он даже на голос реагирует? Я не знал. Я думал только когда видит. Тиранозавр, блядь. Самый настоящий. Это ревенант. Это ревенант. Короче, ревенант, вот вы видели, очень медленный. И я не знал, что на голос он реагирует, но оказывается реагирует. И когда на... просто видит вас, реагирует. И походу и на фонарик тоже. Короче, это дико опасный призрак. Ё-моё. Либо это может быть мимик, копировавший ревенанта. Но вот по скорости именно так и звучит ревенант. Ну, либо опять-таки мимик, но я не видел огонька. И у него как раз-таки... А, у ревената есть огонек призрачный. Ну ладно, значит, либо я слепой, либо не знаю что. Но мы бы не отличили его от мимика, даже если бы я увидел. И это все-таки не был мимик. Да, мимик, если кто не знает, не может... Ой, точнее, это... может копировать любого абсолютно призрака. Вот, так что за одну охоту тоже мимика мы не определим. Ладно, все, давайте последнюю катку на Тенглвуде. Ну ладно, не последнюю. Но потом еще вернемся, но просто возьмем такой небольшой перерывчик. Так, ладно, это неинтересно было. Это неинтересно с камерой. Короче, я беру фонарик по старинке и благовоние. И все. Одно, главное пережить. Так, ну-ка, хорошо. Пожалуйста, не будь музыкальной шкатулкой. А, я не проверил, кстати, настройки. Нет, 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 все, нормально. О, он тут, окейшки. Так, призрачало у нас здесь. Выключатель, выключатель здесь снова. И это кружок, это кружок. Ага, хорошо. Что ж, ну, неплохо. Но для начала, прежде чем использовать круг, я бы хотел включить вот здесь свет и вот здесь свет, окей? Нормально. Так, ладно, погнали. Бемс, 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 бемс. Бежали?
не джин. Они? Подожди. Нет. Нет. Или да? Подожди, не они никакой. Окей, не они или они. Не, ну посмотри, как он вот тут вот видимый. Это они нахуй. Да, не верю, подожди, верю, не верю, не знаю. Чё знаю? А, ты большой, высокий. Сколько? 2.20. Пизда. Что? 220. А, километров в час? Да, вот эта тачка гонит? Да, максималка. А чё, протюнил? Турбонаддув поставил нахуй. Пизда. Блять. Не трожь меня. Чё ты какой-то вообще лох? Он даже и не приблизился ко мне. Чел, ты. Камон, ай, бэби. Опа, неплохо. Кстати, что это за проклятый... А, блядь, круг. Я просто... Я не знаю, почему я это сейчас спросил. Я у меня, ну, на полном серьезе вылетело из головы, что я, блядь, только что зажигал круг призыва. Я не знаю, я поставлю они. Короче, даже если это не они, просто я не уверен на 100%. У меня до сих пор... Вот как я и сказал, я на Новый год делал вот игру, в которой я сказал... Какой призрак мне попадется, так у меня и пойдет весь следующий... Ой, нет, не на Новый год, а на 500-ю игру. Так и сказал, что так и пойдут следующие 500 игр. Мне попался они, которого я долго не мог определить. И реально после этого уже целых две игры, в которых я ошибаюсь по поводу они. Короче, по-любому это не Мюлинг, не Райдю, не Морой, не Диоген. Блять, куда пошел? Не Тае, не Абака, потому что не было заметно. Ну, мимика не можем вычеркнуть никаким образом. Вроде не близнецы, вроде не ханту. Хотя мне поначалу показалось, что близнецы. Ни джин, ни фантом точно. Наверное, не Якай, хуй его знает. Я думаю, что ни демон, ни Мара потом... Хотя, ну, насчет Мары не факт. Ну, в принципе, ладно. Короче, они вставлю и поехали. Насчет Мары не факт, но насчет демона вот... просто я зажег 4 свечки и типа... ну, там небольшой перерыв получился между 5-й. То есть демон, мне кажется, был бы достаточно агрессивным, чтобы начать охоту. Итак, это была тень, блять. Они не так мерцают. Ясно, понятно, я дурачок. Хорошо. Это была тень. Так, ну давай отправимся на Эджфилд, окей? На Эджфилде будет сложно. Сложнее. Хм, вот тут уже интерес получается. Окей. На Эджфилде я убегать вообще не умею. И в принципе, ну, это вроде как считается одной из таких карт, среди маленьких, по крайней мере, на которой сложнее всего бегать от призрака. То есть на всех остальных есть реально места, в которых можно убегать от призрака. Так, это не зеркало, это не музыкальная шкатулка и не карты Таро. Выключатель, пожалуйста. Да, спасибо большое. Здесь могу, не могу. Ничего не могу вообще в этой жизни. Класс. Так, залетаем. Залетаем потихонечку. Опа. Дощечка. Я знал, что ты здесь. Где ты? Что, блядь, значит гудбай? Я с тобой даже не поговорил. Ты, доска, иди сюда. Так, вопрос. Где ты? Ты где? Твоя любви. Нет. Upstairs hallway, да? Upstairs hallway, похоже. Ну, знаешь, если ты заспавнишься близко к ступенькам, то я не успею убежать туда, куда мне надо. Upstairs hallway, да. Прятки. Какое пока? В смысле пока? Прятки. Надо включить свет успеть. Так, окей, ушки. Upstairs hallway. Сейчас он спустится, не очкуем. Кто его знает? Обычная скорость опять. Не джин. Не да, я не Диоген, не Морой, не Райдю, не Мюлинг, не Якай, наверное, не Ханту, не Ревенал, все? Че как? А, все, да. Окей, так, он там позвонил мне в телефон, хорошо. Угу. Значит, опять-таки, если взглянуть на доску, то, в принципе, можно пытаться сказать, что, возможно, не МП5. Когда в прошлый раз я вычеркивал МП5, кто это был? А, Фантом, по-моему, да, так что... Хорошо, ну тогда как минимум. Короче, я не думаю, что это ни Фантом, ни Они, ни Джин. Джина бы хватило. Алтергейст, я опять не прислушался, какой же я дурачок. Так, ладно, может быть, ну, наверное, не демон, демон бы начал охоту, хер его знает. Вроде как не близнецы, а Бака не замечал. Опять обычный. Ну, мне кажется, я не знаю, мне показалось почему-то, что он в полтергейстке швырялся, хотя, наверное, я очень сильно ошибаюсь и пожалею об этом. Но мне кажется, что, возможно, наверное, хз. Ну, давай. Итак, С был демон. Ага, все-таки демон. Просто я почему его вычеркнул? Потому что единственное, что у меня доказывало, что это не демон, это я спросил вопрос у доски. У меня обсадился один вопрос, вот, по поводу местонахождения призрака и местонахождения кости, и насчет других не знаю, но вот это точно знаю. Обсаживаю теперь рассудок, ну, в новых версиях фосмофобии, до 50%. Поэтому я знал точно, что демон тут... Да, хотя, в принципе, любой
любой другой призрак тоже уже может как бы начать охоту спокойно, так что да. Ой-ой-ой, старое доброе зеркало. Так, выключается свет у нас в подвале снова. Это охрой. А боже мой, я постоянно путаю подвал и не подвал. Почему? Почему так? А? Почему так? Где ты, призрак? Я бы хотел включить здесь свет, потому что мне понадобится. Окей, это где? Это что, блядь? Это где? Подожди, а где моя фасмофобия? А, я его не в смысле хотел сказать. А, это там? Слушай, опасно, опасно. Давай быстрее, пожалуйста. Страшно. Страшно. Выкидывайся. О, блядь! Какого? Кто ты, блядь? Ладно. Вроде не Мюрлинг. Почему он заспавнился? Банши, блядь, потому что. Вот и все. Припидорил и заспавнился. Потому что гостувентов не было. Да? Ну и хуй бы с ними, с этими гонцами. 100%. Не фантом, потому что не мерцал ни хрена, как фантом. Банши либо мираж. Отвечаю. Банши либо мираж. Банши либо мираж. Банши либо мираж. Ты пошнулся ко мне, либо пришел как банши и начал охоту. Вот и все. Все. Погнали нахер отсюда. 100%. Миллиард проц. Ну, бля, ну если ошибусь, будет, конечно, обидно, потому что так хочется выебнуться своими навыками. Так, подожди, а это что за прикол? А, мне показалось, что этот винтеракшн был, но нет. Просто издалека похоже. Ладно, а у кого из них МП5? Блять. А, как раз таки у миража нет МП5. Да, так что все. Точнее, у банши нет МП5. Так, ну, итак, это был то полтергейст, сука. Мог прислушаться вместо того, чтобы выебываться. Ладно, хорошо, хер бы с ним, с этим Эджфилдом. Погнали на виллу. Давайте на виллу сыграем не сильно много. Мне, знаете, что в Виллоу Стрит не нравится? Вот она маленькая, но единственное вот, ну, два минуса скажу. Мне не нравится люто подвал, потому что он, ну, то есть, он коридорный и типа такой сплошной. Точнее, блядь, как сказать. Короче, он коридорный, из-за этого он длинный. То есть, знаешь, ладно бы он был как на этом, на... Блять, на ком? На ком-то там, на этом. Ай. Короче, ладно, забей, все. Не объясни мне. Короче, он коридорный, и там долго ходить надо. Окей, здесь, кстати, я могу прятаться, если что. Классно, кайфы. И это не музыкальная шкатулка и не карты Таро. Значит, это либо кукла Вуду, либо кружок. Ну-ка, это то? Куколка? Нет, не кукла, это кружок, понял? Интересно. Ну вот видишь, типа, ты спускаешься сначала здесь, долго идешь, потом тут долго идешь, потом еще в ту сторону можно долго идти, если хочешь. Ну, а выключается света как раз-таки зачем ты закрыл свечку? Мне кажется, призрак 100% в этой комнате как раз. Погнали, нахер отсюда. Так. Опять нормальная скорость, да? Да. Иди сюда. Джин? Райдю! Райдю! Смотри. Подожди, он дурак? Че он в... Как он... Что? Что? Как он в подвале оказался? Додик? Что? Как он в подвале оказался? Подожди, это либо Райдю, либо Джин. Мне кажется, Райдю. Он замедлился, когда я выключил фонарик, но при этом потом ускорился. Но ускорялся он, помимо всего, еще из-за того, что он видел меня. Что у этого, что у того есть МП5. Ладно, минусовая у Джина. Минусовой я не замечал в подвале. Хорошо. Но я думаю, что Райдю. Что, кто еще? Блять, Джин, не знаю. Мне показалось, что реально по Райдю шевский как-то он ускорялся. Да, Райдю, Райдю. Объясню. Он сейчас, когда вот я убегал от него вокруг машины, он очень сильно начал ускоряться. Призрак, у любого призрака, за исключением двух, Ханту и Тае. Я на пальцах, вы не видите, я на пальцах почему-то трех показал. Проблемки немножко, беды с башкой. Ну, в общем, за исключением Ханту и Тае, все остальные призраки ускоряются, когда видят игрока просто глазками, да? Они видят, у них поле зрения на 360, так что если даже он спиной к вам стоит, он вас увидит во время охоты, и он начнет ускоряться. У всех призраков такая штука есть, вот. А, значит, я в этот момент, когда он начал ускоряться люто, был за машиной, то есть я поле зрения прервал с ним, да, поле видимости. Я был, так скажем, в мертвой зоне, но он, тем не менее, все равно выпендривался, вот. В этом и прикол, понимаешь? Поэтому
Ну, то есть он начал ускоряться. Поэтому я и понял, что это никто иной, как Райди. Так. Не Мюллинг? Йокайли? Не. Не, нифига не Йокай. Приветики. Абака, что ли? Мне почему-то на секунду показалось, что у тебя другая моделька, дурачок. Так, ну ладно. Не он, не Фантом. Не, швыряется не как Полтергейст вроде бы. Ускоряется вроде не по-джиновски тоже. Привет. Не догонишь ты меня. Плюс у меня благовоние, дурачок. Ты хочешь ко мне? Не? Ладно. Не буду выебываться. Блять, он же придет сейчас, уебнет меня. А, нет. Так, ну ладно. А чё, призраку, может, тоже нужно укрываться? Может, тут в доме два призрака, и один другого боится. Пускай бы со мной в укрытии посидел тогда. Ладно, ни Тае, ни Диоген, ни Морой, ни Райдю, ни Обака, ни Близнецы, вроде бы, ни Они, ни этот, ни Джин, ни Фантом, ни Мюллинг, ни Якай, ни Ревенант, ни Ханту, как обычно, ни Полтергейст. А что было? А, проклятый предмет был музыкальная шкатулка. Юрый, дух, просто так, мне кажется, Юрый. Анрю, окей, ну, типа, ноль шансов за одну охоту. Ну, в принципе, ну, такие призраки. Только Райдю был простым, а вот остальные как-то не очень. Погнали на Графтон. Пару игр здесь и вернемся уже прокачанные, со скиллом крутым, на родной, старый добрый Тенглвуд. Блин, такой кайф, я обожаю, как они графику вот эту изменили, вообще кайф, офигенно. Так, ладно, это у нас не музыкальная шкатулка, это у нас не карты Таро, хорошо. Ага, щиток у нас не в этом месте, плохо. А призрак у нас, кстати, в этом месте, похоже, потому что там какие-то звуки страшные были. Пожалуйста, будь здесь, это доска. Щиток не здесь, зато это доска. Угу. Ладно. Давай сыграем в прятки. Выйти. Свет, все, да, охота закончилась. Это Ханту. Ну ты ж видел, какой быстрый был, да? Короче, ускоряется в минусовой температуре и замедляется, соответственно, в очень теплой температуре. Ну а сейчас, поскольку дом не прогрет был, он был очень быстрый. Я не знаю, как я там вообще спрятался, как я пережил это. Ну хорошо, ну типа, кто еще это может быть? Это не может быть никто другой. Он не ускорялся, когда он видел меня. Он замедлялся, наоборот. Он прям ко мне подошел. Я просто хотел проверить, мало ли Диоген. Но я увидел, что он замедлился, но недостаточно для Диогена. Да, как раз таки достаточно для Ханту. Вот. Хорошо. Графтон. Ладно, погнали на Тенглвуд. Завершим, не знаю, парочкой каток. Но это было... Эти сейчас пошли какие-то легкие такие достаточно. Ну, в принципе, почему нет? Я не против, потому что, ну, всякие Анрё тоже не прикольно. Хотя, с другой стороны, в принципе, раз уж на то пошло, то единственное, что для меня было бы сейчас прикольно, это Они из всех возможных, которых вообще возможно угадать. Ну, либо если бы я в той игре угадал Банши, ну, это было бы просто, я не знаю, мега красиво. Это бы было просто, я не знаю, это все, до свидания. Добрый вечер. Покупайте, я не знаю, Фосмофобию Ultimate Edition. Так, меня круг снова. Окей, неплохо, зажигаем тихонечко. Я же вроде бы зажег свет в этом, в гараже, да? Так, окей. Обычная скорость. Не Райдю. Йокай? Иди сюда! Сюда.
блять, нет, не Йокай. Окей. Так, не фантом. Не они. Абака я тоже не замечаю. Джин? Не, не Джин. Так. Полтергейст? Полтергейст! Блять, не успел. Хотел здесь побегать с ним, чтобы на кухне, чтобы проверить. А, вроде бы не полтергейст, потому что я на кухню, когда посмотрел, там ничего не было особо раскидано. Хорошо. Не вот эти, не вот эти, не вот эти, наверное. Так, все. Юрей. Стоп-рос, Юрей. Ну, кого из этих еще можно вычеркнуть за одну охоту? Вот именно спровоцированную охоту, не по рассудку. По рассудку-то много кого. Мару, демона, тень можно вычеркнуть. Это был просто дух. Я мог ничего не выбирать, я бы победил в этой игре. Класс. Еще одну. Хочу красиво закончить. Пока не выиграю, не проиграю. Что? Ничего. Я имел в виду другое. Что ты имел в виду? Пока не выиграю, не закончу видос. А, блядь. Ты просто оговорился, да? Так, ладно. Беру фонарь, беру благовоние. Погнали. Можно было в специальных настройках сложности, дурак, включить электрический щиток в самом начале игры. Чё ты так дурачишься? Да ничего. Так, щиток у нас в подвале. Окей, найс, кость, поднимаем. Это доска? Нет, это не доска, и это не круг. Это музыкальную шкатулку я, кстати, проверил, нет? Это кукла Вуду. Ну, окей. Так, здесь я, если что, могу прятаться, зашибись. Призрак не пойми где. Хотя вроде дождь перебивает очень сильно, блин. Ну, давай. Ну-ка, ну. О. Близнецы. Иди сюда! Это либо Морой, либо Близнецы. Ну не Тае, точно. Не Диоген, не Райдю. Не Абак. Ой, блять, какой нахуй Абак. Ни Ханту, ни Ревенант. Это медленно кто-то, да? Иди сюда, придурок. Это было не по-джиновски. Или по-джиновски. Нихуя. Подожди, Морой! Это Морой! Потому что у меня рассудок сейчас обсел, или нет? Блять, или кто? Подожди, он же был медленнее явно. Близнец бы так ускорился, думаешь? Да вряд ли. Морой, мне кажется, потому что у меня... Ну-ка, подожди, если у меня рассудок не на нуле, он не на нуле. Но если он ниже 45, то это Морой. Он ниже 45. Это близнецы, я ж говорил, ёпта, с самого начала. Близнецы, это был медленный близнец, все правильно. Это ни хрена не Морой. Мне показалось, что Морой, потому что мне показалось, что рассудок обсадился, но он недостаточно обсадился. Если бы он был там 35, то я бы уже задумался. Ну и не увидел бы вот эту штуку. Но... Морой просто теперь может менять скорость прямо во время охоты. Когда, короче, когда у тебя рассудок просаживается, да, постепенно, то есть тратится. То есть Морой может начать охоту, если охота длинная изначально, медленным, да, а потом у тебя бац, просадится рассудок чуть-чуть, и он ускорится. Вот, такие дела. В общем, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег, всем пока.